Агапы. Любовь и забота о детях-сиротах. 8 ноября, во Всемирный день молитвы за сирот, в Церкви Возрождения города Ровно служители и волонтеры миссии Агапы объединились, чтобы стать в молитвенном проломе за обездоленных детей. Воспитанники интернатов, которых теперь усыновил сам Бог, поделились свидетельствами о великой Божьей любви с братьями и сестрами. И мы не можем быть равнодушными к проблеме сиротства в Украине, потому что в нашем сердце есть живая вера в Бога. Мы благодарны вам за ваши молитвы, которые делают чудеса в жизни детей. И мы призываем не только молитвенно, но и практически помочь этим детям.